Здравствуйте. Вы скажите, пожалуйста, вот вы сегодня уезжаете. С каким настроением вы едете домой? С какой страны вы приехали? С Молдавии. С Молдавии. Понравился вам отдых в Болгарии? Вот вы приезжаете второй год. Очень понравилось. Очень хорошо. Все понравилось, да? Все понравилось. Вот вы отдыхали в комплексе Бутерфляй, вот вы мне скажите в двух словах, вот насколько все-таки далеко вот расстояние до моря, вот ну, все-таки с детьми маленькими, тяжело вам было или все-таки нормально? Нормально. Нормально, да? Нормально. Приспособились, да? Вот, и вот что касается транспорта, парковки, да, вот вы приехали на своем автомобиле, вот, очень удобно, да, что бесплатная парковка. Возле отеля удобно. Очень удобно, да? Да. Вот бассейн чистый, да? Что бассейн очень хороший, чистый, теплый и удобный. Вода не воняет хлоркой. Да, вода не воняет хлоркой, да, как в других отелях. Да. Супер. Ну, в целом вы уезжаете домой с хорошим настроением. Да, мама? Мало времени провели. Ждем. Ну, вы знаете... У нас еще сезон все-таки не закончился, тем более вам, вашим детям, похоже, еще в школу не надо. Вот. Вот, поэтому вы можете, да, обязательно к нам вернуться. Но, знаете, наша компания Евродом 21, вот вас, говорю, мы, наше знакомство с вами было в прошлом году, и в этом году мы вас встречали, провожаем. Вот, надо нам что-то подкорректировать или все-таки все хорошо, все вовремя? Все хорошо? Все хорошо, все нюансы учитаны, все до мелочей, как сказать. Какие-то вопросы у Ольги быстро реагировала. Быстро решаем, да? Отлично. Значит, рекомендации от мы... 5+. Отлично, спасибо вам большое. Ну все, тогда мы вас ждем в любом случае как и на следующий год, но еще и в этом году. Так что приезжайте, будем рады. Спасибо. Пока.